Так, всем привет, с вами мистер Миха. Сегодня мы продолжим проходить и Героев Меча и Магии 4, сценарии. И сегодня у нас один из последних сценариев в обычных картах, это Тропическая Лихорадка. Ставим уровень сложности Новичок. Так. Ну шо ж. Давайте-ка... Кто тут у нас? Эндан со второй... С некромантией второго круга, с ратного дела первой степени. Ага, и генерал. Со стрелковым боем второй степени и ратным делом. Хух. Я уже испугался, что я вампиров не смогу отстроить. Но нет, к счастью, можно вампиров отстроить. Это весьма шикарно, я вам скажу. Так, нанимаем здесь всех, кого только можем. Так, Эндан. Ну, что сказать. Вначале возьмем золото. Затем арбалет. Так, затем... Далее. Ну... На нас напали воры, и я забыл... Я не ожидал. О, тут еще один герой есть. Шикарненько. Ладно, возведем в этом городе магистрат. Дальше, здесь. Давиус должен сидеть. А здесь Грам. Дальше. Ну, нам тут только остается здесь всех скупать. Потому что нам надо много войска. Ну, давайте, пускай этот рыцарь смерти поизучает хаос. И потерю жизни. Вполне, так скажем, неплохо. Щит. Думаю, да, лучше генерал будет иметь этот щит. Дальше, нам надо бы посетить башню. После чего я хочу вот здесь выстроить мавзолей. Сколько нам надо для еще одного мавзолея? Но придется так сделать. Так, ну все же, думаю, нам стоит отвоевать золотую шахту. Хопа. И уже аж 3 героя. За нас воюют. Так, далее. Надо еще один день ждать. Так. Шикарно. Так, затем. Затем я бы... Во втором городе отстроил все же вампиров. После я бы... Снова бы всех нанял. Взял бы там скелетов, призраков. Снова же тех же вампиров. Поставил бы их в центр где-то.
А, у нас денег нет. Шикарно. Так, а вот этого я снова не ожидал, что игра вылетела. Честно говоря, я немного не понимаю, почему некоторые игры вылетают. То есть по типу героев 3 дыхания смерти и клинка Армагеддона, то да, они вылетают. Я хрен знает почему. Так, на скелетов. Нападаем. Берем руду. Далее. Так. Ну, а сейчас докупим. Не волнуйтесь, сейчас докупим здесь всех. Ну и, думаю, в целом неплохо. У нас все проходит. Уже начинается вторая неделя. И мы стремительно рвемся на территорию оранжевого. Ого. Не-не-не, подождите. Стоять. Нет, я с такими итогами боя совершенно не согласен. Сотни пиратов. Так, ну героев мы оставим, потому что они как-никак все же некоторые прибавки к... ко всякому боевому добавляют. Так. Сколько у вас там? По 117 штук. Да уж. Что делать? Что с этими пиратами делать? Ну, благо, они не на корабле находятся, и поэтому у них параметры в минусе. Давайте попытаемся как-то так. Да уж, пираты, вас много. Это еще мягко говоря. Так, ну давайте на... Давайте ударим 37. Нет, давайте не будем никого пускать. Так. По-хорошему сделаем вот так вот. Ну да, пиратов тут много, но я вижу пока, что мы побеждаем этих пиратов. Пока победа. Так, сколько? Вот, еще никого не убили. Так что вампиры это такие, вполне читерные войска. Бам. Все, остается всего лишь 50 пиратов. Которые в скором времени ничего с нами не сделают. Все. Никого не потеряли. Зато вот сейчас нам... Посмотрите, сколько опыта отвалят. Стрелковый бой. Рукопашный бой. Рукопашный бой вкачиваем. То есть, да, вампиры это очень такая... Такие сильные существа. Идемте дальше. А вот и город. Так, ну давайте-ка возьмем этот замок. Так, давайте посмотрим вообще гильдию воров. Пока оранжевый по войскам нас превосходит.
Но знаете, не думаю, что это надолго, так как мы прямо сейчас уже идем на его город. Я думаю, это вообще ненадолго. Я вначале постараюсь одними вампирами как-то потащить данный бой. Так, ну что ж, идемте дальше. Так, ну можно как-то... Мне интересно, можно ли с помощью одних вампиров как-то взять? Ну и, конечно же, возьмем героев. Снова же, если нет, то нет. Значит, будем всей армией брать и данный город. Так, ну давайте на вампиров... А, на вампиров не действует жажда крови. А убийца. Оно... А, блин, ну это я зря, конечно, скастовал это заклинание. А я и минус герой. Так, ладно. У меня есть идея еще лучше. Так, а именно. Попытаемся сами взять этот город. Ага, он вышел. Против меня. Ай-яй, ай-яй. А, ну да, тут без вариантов проигрыш будет. Тогда нет, тогда... Тогда даже не знаю как. Не, ну в осаду-то мы, конечно, возьмем его. Так, раз. Дальше наймем лорда. Думаю, это самые полезные второстепенные герои. Он здесь, короче, поставит все флажки над шахтами. Ну, мы еще тут пособираем у него ресурсы. Марш де Кевери. Так, скоро кончается первая неделя. Так, вампиры, давайте дополняйте на наше войско. Доблестное. Попробуем так взять город. Да, но героя мы какого-то да потеряем. Вперед выдвигаемся. Ломаем им ворота. И еще раз ломаем. Скелеты, давайте на подмогу. Дальше бьем разбойников. Бам. Можно уже отбегать в целом. Вам. Так. Отходим как можно дальше. Отлетаем как можно дальше. Отходим. Так, минус герой. Шикарно. Ах ты гадина.
ты эдакая. Так, а чего я не могу восстановить? Не, Адвард, ты мне не интересен. Мне интересно, почему я не могу восстановить своих вампиров. Ты замахал. Ты замахал, реально. Ты реально меня замахал. Все. Ну ладно, хотя бы один смог на этом герое отхилиться. Все, Марк Такевери взят. Так, Марк Такевери взят. Так, ну шо ж, идемте дальше. Возьмем самоцветную шахту и возьмем ртутную шахту. Дальше возьмем сундук с опытом. Ратное дело вкачиваем. Ну что ж, дальше. Дальше объединяем эти два войска. Этих два войска, шо ли. Возьмем Тессеру. Возьмем Тессеру. И возьмем Тессеру. Так, дальше. Идемте навстречу к своим войскам. В принципе, да, скоро подкрепление прибудет для наших основных войск. Сколько их там? Сотни. Но мы уже пробились на территорию оранжевого. Ясно, понятно. Объединяемся, значит, ради того, чтобы отбиться от оранжевого. Так, что у нас? Ну, почти выросли до войска оранжевого. Не можем взять. К сожалению. Ладно, значит, надо взять этот город. Ну, точнее, занять его. О, еще. Еще можно. Давайте благородство вкачаем. Так, и думаю, стоит взять кратер вулкана. Так, медуз пока не будем. На медуз пока нападать не будем. Отлично, пусть бегут. Спешим дальше. Почему меня никто не предупредил? Предыдущий ход. Почему меня никто не предупредил в том, что он сейчас ко мне намылится? И с вами еще посражаться.
Ну ладно. Первая сотка, получай. Так. Делаем так. И делаем вот так вот. Все, минус воры. Вот так вот. Садимся. И оранжевый сюда не хочет почему-то. Почему же? Это очень большая загадка. Так, ну что ж, дальше, дальше. Что нам не хватает для пещеры драконов? Понятно, нам не хватает дров. Бац. Так, давайте сохранимся здесь. Пока не поздно. Так. Потому что оранжевый заявится в любой момент. Но сейчас мы, видимо, заявились к нему в этот момент. И тут у нас уже джигит поджидает. Не уверен, что мы сейчас его победим, но попробовать стоит. Ничего себе. Вот это мы даем, конечно. Ну что ж, давайте сохранимся на данном сейве и пойдемте дальше. Да, я уже вижу, ко мне пришел Огнестраж 11 уровня. Или какого ты там. Так, ну что ж. Ну что ж, значит, давайте сделаем тебе ответку и заявимся. К тебе. Так, давайте-ка я возьму здесь всех, кого только можно. И, собственно, уйду из этого замка, потому что... Его, скорее всего, займет оранжевый. Так, храм, давай. Иди сюда. Так, шикарно. Шикарно. Грам, ну ты тогда засядь в эту шахту. Сейчас мы попробуем победить оранжевого.
сокрушить оранжевого врага. Оно под покровительством звезд. Ну да, эта карта вполне быстрая. Но тут самая такая цель. Самое главное, тут побыстрее строить вампиров и уже выходить в атаку. То есть уже идет начало второго месяца, и я уже... почти победил своего врага. Ну что ж, давайте снова. Бац. И все. Все, у него остается... Так. Давайте возвращать этот город под наш контроль. Я знал, что он будет взят. Так, и наконец-то осаждаем наш последний город. Сражаем врага. Берем, думаю, разведчика. Ратное дело и... Победа близка. Можно уже засесть в одном из наших родных городов. Ну что ж, мне стоит нажать часики, и мы побеждаем. Все, победа. То есть тут самое главное отстроить побыстрее вампиров. И выходить, и начать выходить в атаку. То есть я практически за один месяц прошел данную карту. Так. Так. Задание 0, богатство 66 тысяч, артефактов 21. Исследовано чуть больше половины карты. Лучший герой Фелина. На 9-м месте. С рангом кочевник. Так, ну шо ж. Ну вот такая вот серия короткая вышла. Так как сама карта короткая. Ну и следующая карта у нас будет уже Царство Магии. Мы уже можем выбрать, за кого мы будем тут играть. Но это уже в следующей серии. А сейчас всем пока.